мне прислали сообщение, где сказали, что мама Длинные Ноги погибла. Неужели это гроб мамы Длинные Ноги? Просто глянь на это, ты видишь? И Суприм Панда, вы просто не поверите, что сегодня мы собираемся сделать. Буквально 5 минут назад мне прислали сообщение, где сказали, что мама Длинные Ноги погибла. И ее тело сохранили на каком-то заброшенном кладбище. И прямо сегодня, сейчас мы отправимся на это заброшенное кладбище, чтобы узнать, как же хоронят монстров. И увидеть могилу мамы Длинные Ноги и, возможно, узнать тайну, почему она погибла. Думаю, банда, это будет легендарно, так что давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И я найду могилу Хаги Ваги, которого сожгла Поппи. Мы даже это сняли на трон, банда, это была полная жесть. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных монстров. Так что, бандит, скорее ставь лайк, подписывайся, а мы тем временем отправляемся на могилу мамы Длинные Ноги. Погнали! Так, банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи, и мы находимся в каком-то боком забытом месте. Там есть какой-то свет, там находится заброшенная тракторная бригада, там куча огромных собак. Надеюсь, что их на нас точно не спустят. Просто посмотри, где мы, куда нас вообще занесло. Да. Тем не менее, где-то здесь уже должно быть это кладбище, где захоронена мама Длинные Ноги. Я просто в это не могу поверить, банда, как она вообще погибла. Это жесть. Тем не менее, я вроде бы что-то вижу. Посмотри, что это? Тут какой-то забор, ты видишь? Да. Неужели это кладбище, банда? Просто посмотри на эту жесть. Я в шоке, здесь сколько крестов. Это просто ужас. И все они выглядят максимально заброшенными. Ты видишь эту жесть? Да, очень страшно. Я в шоке, банда. Ну как туда попасть? Почему вообще мама Длинные Ноги захоронена на таком кладбище? Как вообще происходило ее захоронение? Почему никто не вызвал полицию, ведь хоронили настоящего монстра. Это просто жесть, банда, я не верю во все это. Ты видишь эту жесть? Да, очень Нам страшно. Нам нужно как-то попасть по ту сторону. Ну как это сделать? Повсюду забор. Да. Придется выламывать эти доски. Черт, мы должны будем пролезть. Просто жесть, банда, посмотри. Ты видишь? О, да. Окей, я первый пролезаю. Ты за мной готова? Да, давай. Это просто жесть, банда. Аккуратней. Я уже на этом кладбище. Давай камеру, ты залезай быстрее. Просто ужас, Настя. Надеюсь, что нас никто не заметит. Это жесть. Мы уже на этом кладбище, банда. Ты видишь? Просто посмотри. О, господи. Здесь так много крестов. Просто ужас. Но нету никаких табличек. Кто здесь вообще захоронен? Где здесь захоронена мама Длинные Ноги? Посмотри, ты видишь, что-то лежит около креста? О, что это? О, черт, банда, что это такое? Просто посмотри, там игрушка. Она полностью обгоревшая. Ты видишь? Нет. Черт, неужели здесь захоронен ребенок, который сгорел заживо. Это его любимая игрушка. Это просто ужас, банда. Я не могу это поверить. Ты видишь? Да. О, черт, там еще что-то лежит. Посмотри. О, да. Какой там мяч. Ты видишь эту жесть? Да, вижу. Это просто ужас. Неужели это кладбище детей, которые каким-то образом умерли? Но почему все это выглядит так страшно и заброшено? Здесь вообще нету никаких табличек. Это просто ужас, банда. Там еще что-то лежит, ты видишь? О, да, что Сейчас, это? Что это? Посмотри, какой маленький крест. Это 100% ребенок, банда, я прям в этом уверен. Посмотри. Это какая-то елочка, ты видишь? О, да. Неужели пожар, в котором погибли все эти дети, произошел на Новый год? Это 100% новогодняя елка, просто жесть. Я в шоке, банда. Пусть это где-то тут лежит. И посмотри, здесь какая-то рыхлая земля. О, да. Как будто совсем недавно закопали. Посмотри. Да. Это просто жесть. Неужели именно здесь и захоронена мама Длинные Ноги? Окей, банда, я предлагаю поставить несколько скрытых
камер, чтобы поснимать, что здесь происходит ночью. Я на всякий случай взял целых 5 GoPro, давайте их расставим. Итак, банда, первую камеру я поставлю где-то здесь, чтобы она общим планом снимала все это кладбище. Вторую камеру я поставлю тут, чтобы она снимала могилу, где предварительно захоронена мама Длинные Ноги. Ведь это единственное место на этом кладбище, где рыхлая земля. А мама Длинные Ноги совсем недавно умерла. Итак, банда, третью GoPro можно будет поставить где-то тут. Пусть снимает задний вид всего этого кладбища, так мы точно ничего не упустим. У меня еще осталось 2 камеры, давайте их также где-то здесь поставим. Итак, банда, я расставил 5 скрытых камер. Давайте же прямо сейчас посмотрим, что происходит на этом кладбище. Возможно, мы даже сможем увидеть какого-то призрака. Просто вдумайтесь в это. Итак, банда, первая камера снимает вход в это кладбище. Именно тут мы выломали 2 штафеты и залезли внутрь. Когда мы шли с этого кладбища, мы специально поставили их обратно, чтобы никто не знал, что мы там были. А вот вторая камера снимает общим планом все это кладбище. Просто посмотрите, какое оно криповое. Если здесь что-то будет происходить, мы точно этого не пропустим. Нужно больше времени проводить на этой камере, чтобы точно ничего не упустить. Возможно, именно здесь и будет проходить мама Длинные Ноги. А вот и третья камера, которая снимает крупным планом все эти кресты. И особенно она снимает ту самую могилу, где была рыхлая земля. Ведь я думаю, что именно там и захоронена мама Длинные Ноги. Четвертая камера стоит сзади этого кладбища. Она снимает все, что происходит сзади. Так мы точно ничего не упустим. Пятая, последняя камера, которая снимает общим планом сзади эти кресты. Думаю, мы точно сегодня ничего не упустим, потому что все камеры направлены прямиком на кладбище. Тем не менее, давайте заново рассматривать все эти камеры, чтобы ничего не пропустить. Итак, банда, первая камера. Я пока что здесь ничего не вижу, максимально тихо. Очень странно, что это кладбище просто в какой-то глуши. Тут, возможно, вообще никто никогда не ходил. На второй камере тоже тихо, ничего не видно. Просто гробовая тишина, совсем ничего не происходит. Я пока что ничего не вижу. Неужели мы сегодня ничего не снимем? Банда, что это за жесть? Посмотри, что это? Господи. Там кто-то есть, ты видишь? Что это такое? Это кот, банда, просто посмотрите, это маленькая кошка. Я просто в шоке, банда, вы видите, он пришел на кладбище. Я знаю одну легенду, что если кот или кошка приходит на кладбище, то это перерожденная душа. То есть человек умер, а душа переродилась в другое тело, что мы сейчас и наблюдаем. О, черт, банда, это просто жесть, то есть там могут быть захоронены реальные люди. Так, банда, снова первая камера, здесь ничего не происходит. О, посмотри! Это же призрак мамы Длинные Ноги, вы видели? Она была полупрозрачной, это был ее призрак, то есть она реально захоронена на этом кладбище. Я просто в шоке, банда, нужно быстрее найти, куда она ушла. Она просто испарилась, я ее нигде не вижу, что это за бред. Я не могу в это поверить, банда, мы только что увидели реальный призрак мамы Длинные Ноги. И вот здесь она проходила на первой камере, но больше ее здесь нету. Что это за жесть, куда она делась? Я просто нигде ее не вижу. И на той могиле, где она захоронена, тоже ничего не видно. Там даже не двигалась земля. Как она вообще выбралась? Неужели она просто вылетела с этой могилы? Банда, просто ужас. Я все еще в это не верю, ты видишь? Там снова прошел ее призрак. Банда, вы видели? Быстрее нужно ее найти, куда она делась. Я просто в шоке. Она реально умерла. Но каким образом? Она реально захоронена на этом кладбище. Банда, мы приехали по правильным координатам. Но я больше ее нигде не вижу. Она просто исчезла, как будто из испарилась, это жесть! Окей, банда, я предлагаю взять лопату и пойти на это кладбище и раскопать ее могилу. Возможно, тогда мы сможем разгадать, почему же она умерла. Окей, банда, я взял лопату, чтобы откопать эту могилу и узнать, что у нее находится в гробу. Надеюсь, что призрак мамы Длинные Ноги не разозлится на меня. Как ты думаешь, почему она умерла? Я без понятия, но мне кажется, что ее просто убили. Вряд ли она бы умерла своей смертью, она совсем мало пожила. Тем не менее, когда мы откроем ее гроб, мы точно узнаем, что с ней произошло. Поэтому идем быстрее это сделаем, мы должны узнать все эти тайны. Мы снова вернулись на это кладбище, где засняли призрак мамы Длинные Ноги. Тем не
не менее, мне кажется, что она захоронена как раз тут. Посмотри, какая здесь рыхлая земля, ты видишь? Да, вижу. Давай раскопаем эту могилу и узнаем, кто тут захоронен. Но я уверен, что это мама Длинные Ноги. Тем не менее, просто посмотри. О, господи, Банта, мы раскапываем реальную могилу. Надеюсь, что тут захоронена мама Длинные Ноги. Просто посмотрите на эту жесть. И посмотри. Что там? Какой-то гроб, ты слышишь? Да. Я во что-то упираюсь, просто глянь. О, черт, Банда, ты видишь? Здесь видно доски. Господи. Просто жесть, Банда, это какой-то гроб. Неужели это гроб мамы Длинные Ноги? Давайте быстрее его раскопаем. Просто глянь на эту жесть. Я не могу в это поверить, Банда. Просто какой-то ужас, ты видишь? Да. Это такая жесть. Я все еще в шоке. Итак, Банда, я уже немного его раскопал. Давайте теперь поднимем крышку гроба и узнаем, кто там захоронен. Господи, какой же это волнительный момент. Просто посмотри. О, господи. Черт, надеюсь, что там захоронена мама Длинные Ноги. Просто глянь на это, ты видишь? Это реально она, Банда. Просто посмотрите. Банда, мы откопали гроб мамы Длинные Ноги. И тут лежит ее скелет. Я просто в шоке. Здесь еще Хаки-Ваки. Она лежала с ним в обнимку. Ты видишь эту жесть? Я в шоке, Банда. Что здесь вообще произошло? Окей, давай его просто куда-то отложим. И посмотри, тут еще что-то лежит в гробу, ты видишь? Что это? Какой-то крест, что это значит, Банда? Я в шоке, неужели из нее изгоняли какого-то демона? Хотя она сама по себе демон, настоящий монстр. Пока что больше вопросов, чем ответов, как она умерла. О, черт, что это такое? Какая-то мачете, ты видишь? Ого. Она очень старая и ржавая, просто посмотри на эту ручку. Это жесть, Банда, ей можно кого угодно убить, просто жесть. Ура. Возможно, как раз именно этой мачете убили маму Длинные Ноги. Глянь, здесь какая-то брошка, ты видишь? Что это такое? Откуда она здесь? Неужели это украшение мамы Длинные Ноги? Просто посмотри на этот скелет, я в шоке. Это просто жесть, она реально мертва. Что это такое? Посмотри, какая-то книжка, ты видишь? Чего себе? О, черт, здесь что-то написано, какие-то рецепты или что это? Три руки младенца, что это значит, Банда? Неужели это рецепты, по которым мама Длинные Ноги готовила себе есть? Я просто в шоке, Банда, это полная жесть, я не хочу в это верить. Что это такое? Чего? Какие-то фотографии, ты видишь? Да. И посмотри на их глаза, почему они перечеркнуты? Неужели это те люди, которых мама Длинные Ноги убила? Просто посмотри, сколько их здесь, черт, целая компания! И почему эти фотографии такие старые? Неужели мама Длинные Ноги еще давным-давно кого-то убивала прям конкретно? У нее прям стояли какие-то цели, ты видишь? Да. Просто жесть, здесь еще есть фотографии, вот посмотри! Это жесть, Банда, вы видите? Я просто не могу в это поверить. Посмотри, как тут перечеркнуто лицо, ты видишь эту жесть? Жесть. Я просто в шоке, Банда. Глянь, тут тоже все трое убиты. Возможно, это были какие-то трое друзей. На долгую незабываемую память другу. И там непонятно, кто написан. Я просто в шоке, Банда. Ты видишь? Здесь тоже прям полностью перечеркнуты лица. Это жесть, Банда. Что вообще за тайна хранится у мамы Длинные Ноги? Здесь вроде бы больше ничего не видно. Только у Кости и все. Она просто мертва, Банда. Это жесть. Жесть! Надеюсь, Банда, что она уже больше никого не убьет, но мы все еще видели ее при... Ты слышала? Да. Что это за звук был? О, господи! Быстрее уходим отсюда, пока не поздно. Это жесть, Банда, я точно слышал какой-то звук. Я тоже. Неужели это призрак мамы Длинные Ноги издал его? Это просто жесть, Банда! Ты видишь? Просто жесть, быстрее валим отсюда! Я в шоке, Банда! Окей, Банда, вот коммент из-под прошлого видео. Просто здесь какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а, Бандит, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, брат, ты уже в новом видео. Лайк, колокол, коммент, это именно видео, Бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!